Добрый день, дорогие друзья! Сегодня нам привезли древесину, доски для выгулочной зоны новой, для братиша нашего, для второго короля. Сейчас покажу доски, сейчас отойду. Сегодня был в больнице, уже делал прямой эфир в Инстаграме. Рассказывал там много чего, но я удалил его. Сергей, кстати, мне занимает на это все денежку. Вышло там 50 с чем-то тысяч. У меня по деньгам сейчас все закончилось. И вот займы взял у Сергея. Спасибо ему большое. Смотрите, какая красота здесь. Сетка уже на той стороне натянута. На этой стороне. Прудик. Как уже говорил, там буферная зона, а здесь у нас вольер будет. В общем, недорассказал по больнице. Ездил в больницу, только оформился, все сделал, заплатил сумму на лечение, и с понедельника у меня начнутся процедуры все. Иди сюда, Акела. Алитка, Алитка, иди ко мне. Алитка, тебя сегодня помоем, да? Или не надо тебя мыть? Рыжая, бесстыжая. А тебя, кабанюга, кабанчики. Ой, ты девочка моя бежит как. Иди сюда, моя девочка. Арюшка. Дорогие друзья, еще новость небольшая. Я психанул. Этот керхер же сломан. Поехал за шлангами, а там шланги 7 тысяч стоят. Наборчики к нему там. Короче, вышло около, не знаю, там 15 тысяч, мне как сказали. И я решил, психанул. И взял, короче, вот такой керхер, потому что мыть надо. Этот уже кряхтит, не работает. Там кобздец, на него денег убили, чтобы его починить. И все равно не работает. Взял вот такой обычный, там, китайский, какой-то простенький. Еще скидка была 70% на него. В общем, в такую же сумму, чем я шланги накупил, я купил вот этот вот керхер. Он вообще настолько крутой, настолько мощный. Я его рекламировать не буду, что за фирма, но вы посмотрите. Вот это кайф. Вот это сейчас будет уборочка. Сейчас будем убираться. Красота. Друзья, с этим керхером просто в два раза быстрее убираться. Ай! Тихо ты, тихо, 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 тихо. Как мне это рассчитывать? На нападение или нет? Вот так вот. Нефиг делать, больно мне. Блин. Волчара. Я не понял, что за розыгрыши у тебя такие, а? Ты чё, братиш? Что за нападение? Он не так больно клыками цепляет, как вот этими передними щипцами своими. Слушай, мне тоже больно. Отпусти. Мешок. На ногах учись стоять. Иди, потом до меня докапывайся. Иди. Мешок, блин. Стоять не умеешь. Иди, не позорься. Фурия, красотка.
Так, ну-ка не дергай меня. Дай фурию поснимаю, какая красавица. Вот такое у него поведение, когда рядом. Как огня боится. А ты что меня дергаешь? Смотри, уши оторву тебя. Иди отсюда. Иди на ногах учись вставать. Иди. Иди стоять учись. Иди стоять учись. Падаешь, блин. Как не знаю, кто должен. Как кошка быть. Как кошка должен. Как кошка на четыре лапы сразу приземляться. На четыре лапы своих приземляться. Да, на четыре лапы. А ты мелкий. Ах ты хитрый. И чё? Вот этот говнюк сейчас меня так больно укусил передними своими резцами. Теперь прощения просит, да? А? Ты? Говнюк, разыгрываешься. Вот как тело уже стал. Еще хочет поиграться, вот как в прошлый раз. Он уже, видите, с рыками такой весь хочет доминантности взять. Я тебе ухо сломаю, будешь как борец у меня ходить. Понял, блин? Будешь так играться со мной. А, ты понял меня? А, ты понял? Голодный, устроил им голодовку. Фурии и этому врачу за то, что таблетки не хотят есть. Противобестагонные. Противобестагонные. В общем, поэтому на голодовке. Чтоб курицу сразу глотали. Сегодня вечером попробую дать глистагонное, опять положить мясо. Как в прошлый раз, грудинку засовываю мясо. Ой, это полностью мясо съедают, а таблетки оставляют. Чувствуют, что там что-то есть. Блин, эта рука обожжённая. Очень больно. Я тоже буду больно делать. Да, да, вот не надо меня так брать. Во, легче. Легче, вот молодец. Вот хорошо. То смотри на него. Фига себе. Прикусы делает. Ты, блин, у меня синяки такие поставляешь. Ох, ты уже порвал, ну молодец. В чем к тебе заходить, а? В чем к тебе заходить? Чё? В чем к тебе заходить, братишка? В чем к тебе, ай, заходить? В шею целишься ты? Ах, ты хитрый волк, хитрый волчара. Ай, как кусается больно, ай, как больно. Ах, как больно. Да, тебе не хватает вот этой трёпки, да? Не хватает ему трёпки.
Вот так и терпишь его игры. И вообще я Келли натерпел так. Где-то, конечно, так нервничаешь. Ну, это не хочется с ним как-то выяснять, что немножко, конечно, он перебарщивает. Тоже ему перебарщишь. Ух ты, блин, ты по морде твоей. По морде твоей. Там, come to me. Ай, как больно. Сиди, все. Все, братья. Куда в глотку целишься, а? Куда глотку целишься? Нет. Все. Все, прости, братишка, прости. Братишка, иди сюда. Слышишь, ты, мне не нравится твое поведение вообще. Смотри, нос будет краснющий, синючий, понял? Не надо так делать. Посмотрите на реакцию братиша. Уже вторые сутки я его не кормлю с Фурией. Сейчас засунул в голову, сначала одну дал просто, он съел, а вторую голову дал с таблеткой. И посмотрите, у него слюновыделения сильные начались. И он начал, я сейчас за телефоном побежал, он начал это отрыгивать. Почувствовал запах этой таблетки и все, и ни в какую он. Пытается разорвать голову, потому что понял, что там она лежит, эта таблетка. Внутри. Глотать не хочет ее. Он и есть не хочет. Ну так вот. И не знаю, как теперь глистогонить-то вас. Я ему прям в глотку засунул. Он ее это... отрыгнул эту таблетку все равно. Мне кто-то говорил, ты неправильно засовываешь. Там что? Я прям внутрь глотку. У него она чуть ли там по этой всей не прошла. Он все равно вот так отрыгивает. И через вздохов 10 он полностью ее это... выплевывает. Он и замок сняли. Но все равно есть-то хочет, ест, но половину таблеток он распотрошил, вон она внутри. Он ее не будет сейчас есть. Вон она, видите, внутри лежит. Вот так вот. Сейчас посмотрим, съест он, не съест этот кусок. Я думаю, повыплевывает. Вон, видите, кусок валяется таблетки.
Да сколько ему надо таких тебе дать, а, братишка? Сколько тебе надо дать таких, чтоб тебе попала хоть какая-то доза? А Келоб глотал бы, а этот он просекли вчера, позавчера точнее тему, и все. Вчера их не кормил тоже. Есть-то хочется. А Фурии я даже не знаю, как давать, она не притрагивается. Как глистогонить-то ее? И чем? Может, какие-то знахари есть? Кто знает, может, какая-то пища глистогонит. Ну, чё кусочек не доедаешь? Сейчас отошел чуть подальше, вроде бы голову одну фурия съела. Хочет следит. Ага, съела, разрывает тоже, таблетку не хотят есть. Я 4 головы еще кинул. Короче, понятно, сейчас пойду проверю, повытаскивали они или нет, размазали там. Умка, иди ко мне, чисто. Умка у нас смотрит за работой, как кто работает, кто что делает. Вот так вот натягивают сетку, ребята. Друзья, сетка надежная. Посмотрите, внизу вот такие ячейки. Вот, ну вот кулак мой лазит. Ну тут только два кулака, вот так если вширь. Выше подниматься, она все больше, 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 больше ячейка. Конечно, идеально ровно не получается, но ничего страшного, я думаю, встанет. Потихоньку. Она крепкая, она рассчитана для... Вообще по стандарту идет вообще для белых медведей якобы. Якобы здесь какой-то узел специальный, который тянется. Вот он и идет, поэтому волки не должны. Ну, в парках такая сетка стоит. Я же не просто с бухты-барахты взял эту сетку, заказал. Я на тот вольер такую же сетку хотел заказывать изначально, но не нашел ее. А сейчас вот нашли. Все отлично. Надеюсь, все будет хорошо. Что, ровненько? Сергей. В камеру. Я? А чё? На камеру все записываешь. Ну, конечно, чтобы все ровненько было. Ой. Умка у нас пьет козье молочко. Витаминки. Завтра у нас едет на выставку Луя, Алита и новая тайга. Вон готовим, в чем вести ее будем. Это Алита, потом дальше, в чем фурия приехала, Лую туда засунем и повезем на грузовичке. Тайгу так туда бросим, думаем, не будет ломать тент. В общем, такие дела. Прицеп мы еще не сделали, поэтому не сможем мы поехать на машине с прицепом. Будем ехать на грузовичке, всех грузить.
Все, напился. Медвежонок белый. Так, проверяем. Заходим. Раз. Ну-ка, тихо. Два. Вот они повыплевывали. Здесь вот вообще три. Братиш, прекращай сейчас, по носу дам тебе. Ну, здесь курицу эту не стал есть. Стой, уйди. Вот четыре. Капздец, вообще все повыплевывали. Я тебе сейчас глотку это все засуну. По-любому, братиш, только фурик как это засовывать. Сейчас, подождите, снимать это не буду. Привет, Арья! Арья соскучилась, иди сюда, моя девочка. Акела, ну ты чё всех замучил? Посмотрите, они меня вообще облепили. Так, всё, Лойка. Всё, завтра поедете выступать нам. Выступать. Молодцы. Ну-ка, ничего себе ты. Что себе позволяешь? Что себе позволяешь, а? Что себе позволяешь? Иди сюда, моя. Маленькая соскучилась, да? Волчара, соскучилась? Соскучилась. Соскучилась. Пойдем к пруду рыбок кормить. Пойдем рыбок кормить? Идем. Ну и что это такое у тебя? Скажи мне, Ари. Скажи, зубы еще не вылезли? Пойдем к пруду. Наверное, воды вам надо добавить в пруд. Что-то он еле там бежит уже. Ну-ка, забился, наверное. В принципе, нормально. Так, Ария, прекращай. Прекращайте все. Алита, привет. Ну-ка. Что, нравится вам? Что, идите корм рыбий. Он как за всем наблюдает. Вот, кстати, разгрузили доски. Логово у нас вышло по деньгам. Вот это 50 тысяч. И плюс надо будет краску еще покупать для него. Он играется, резвятся. Еще хочешь? На. Нифига себе, все, рыбкам что будет? Рыбкам нечего есть будет. У нас караськи должны к зиме быть толстенькими, большими, чтоб вкусно их было есть. Так, вот так карман, опа. Алита, ну ты вся грязная, капец. Как с тобой идти на выставку завтра? Как тебя готовить? Куда тебя посадить, чтобы ты такая замазанная не была? Даже не знаю. Даже не знаю. Капец, вся морда вся грязная. Что ты? Какие вы умные все. Наверх смотрите, на каждый листочек, на птиц. Вон птицы полетели, Ария смотрела. Ой-то. Вот подготовка какая у нас идет. Подделали. На самый конец его надо будет, чтобы он устойчивый стоял. Кого? А вот так и все, зачем? Да, залезет и все. Поднимем, отпустим. Вот. И вот это Алита, Луя. И новая тайга так будет тусоваться. Надеемся, она никуда не денется.